А ты у нас, конечно. Так, ну мы, в Чупа-чупе. принципе, на... Да, мы нацелились, ничего. Я не вижу, чтобы кто-то работал по цене. Ну, они, видишь, написали, типа, добить цель осталось. Зенитки они все выкосили, значит, там остались только тяжелые. Очень тяжелые, там всякие машинки мог. Мы, конечно, можем поштурмить, спуститься, не знаю. Там цели такие сложные для штурмовки. Да нет, уж если летаем, как бы. Ну да, Давай, я ж говорю, значит, плохо. не будем штурмить, да. Факт то, что наших нет, я предлагаю к танкам вернуться, сейчас туда точно кто-нибудь будет. Давай. Единственная цель осталась. Внимательно, сейчас они тут сюда все прилетят. Одни прикрывать, другие рядом. Че, будем на версию забираться? Так. Смотри, ты ведешь. Думай. Как тебе комфорт? Большого смысла, мне кажется, нет. Но они придут один час преимущество. Не знаю. Фоки там с подвесами, они. Могут по низам пройти, рассчитывая на скорость, на преимущество просто внизу. Он инверсию выскочил. Случайность. Танкист, мы возвращаемся к танку. Так, вижу три цели. Перед нами двое, это же ниже нас. Пара. Пока не вижу, за тобой строй заход. 110 курс и вправо идет. Вправо идет? Да. Пошел в разгон, но последний выход. Давай попробуем. Так, вы что, на аэродром пошли? Да, да. Пошли в сторону аэродрома, живность там. Посмотрим, что тут появится. Если будет совсем все плохо, будем оттягиваться прям. Там курсом где-нибудь 105. Я чуть-чуть справа. Вижу. Веду контакт на уровне. Вот в облако. Ой, там атака идет. Тут кого-то атакует. Похоже, немец атакует. Короче, ты меня видишь, да? Да, вижу, вижу. Так, я тоже наблюдаю, что-то дохуище. Ну-ка дайте оно кто-нибудь, один. Да. Да, вижу тебя, я над тобой. А за тобой кто? Я. Бир? Бир, принял. А внизу войнушка какая-то. Сверху я, если что, на инверсии. Все, принял. Давай, может, я на 7. Знаешь, вверх вроде нет. Так, ладно, парни, делаю заход. Первый, да, там выскакивает. Да. Вижу. Вверх, да. Не знаю. Это не знаю. Хорош, не знаю, смогу ли стрелять. Длинный хвост. Да, фок поход. Ты фок атакуешь, да? Да, вот так. Дублирую. Без крыла. Без крыла. Все, отстрелял. Ага, хорошо. Ухожу за тобой. Так, там внизу еще. Это ты через низ за мной идешь? Да, да, да. Короче, понимаю. Курсом Фоки, который без крыла. Тем... А вот под облаком идет сейчас на восток. Под облаком. Под тучкой, сзади вас. Сзади нас, пытаюсь. Где река, да? На восток идет? Да-да-да, вот сейчас к реке будет подходить. Да-да-да, на восток идет. Под тучку он зашел. Понял, понял, еще не. Вот в том месте, где ты атаковал, туча была справа, как вот фока падала.
Там еще один вот, наш был. Вижу его, да. Видишь его, да? Да, да, да. Урсун 33. Урсун 33, строй так вам потом. Но я тебя вроде потерял. Он в облако выбирал. Так, ты курсом 33 идешь? Уже влево ухожу, 20 на 0 ухожу. А, вижу тебя, все, я на попу. Так, Лайер, дай отгни. Да. Вижу тебя, а он сейчас в облако, Бир, ты в облако, да, сейчас нырнул? Да, да. Все, да, ты да, понял, да, понял. Я сейчас Бира не вижу, но если все там... На нашего похоже. Там фока нашего отковало здесь. Так что может там кто-то из наших крутится. Так, а вот этот Лайер. Как бы тебе объяснить, так где разворачивается на вас сейчас кон будет, наверное, падаю. Ну, на хрен упаду. Я вверх тяну, влево вверх. Ну-ка, и дай огни. Да ладно. Нет, это не ты. Но он длиннохвостый, по-моему. Сейчас. Инверсия это наш танкист. Бир, я тебя не вижу. А ну? Что делаешь? Ты выше блоков? А, в это бит. Выше, да. Я тоже сам нужен. Тебя не вижу. Ты куда-то отошел, что ли? Он над тучкой. Там, я а, под, вижу, под кажется, танки. вижу. А вот подо мной кто-то за мной. Так, а ну-ка, поморгай ножками. Я вижу, что он безо мной. Ага, да, все, я спадаю. Это я, наверное. Я со ножками. Или это? Нет. Тот безону, но это походу наш. Вижу, просто вытянется. Подо мной справа. Да, это наш, по-моему, короткий. Да. Я с тобой, да. Так, начали танки. Отходим к танкам. Да. Блять, как вот они проскочили-то, сука? Кругали. Там у них эта крышка, наверное, тоже есть, да? Ну, она может спуститься. Я думаю, сейчас на скорость набрал. Высокая. Ну, там танкист куда идет. Я справа от вас, но я на вашей же высоте. Она даже, наверное, уже она ниже. У нас 3,5. Ну, у меня 4,5. Кто еще раз? Илы. Может, то и не были илами, а были штуками? А, ну, может. Нет. Там нет, мы проверяли. Мы со своей стороны шли, там яки были, илы шли на цель. Ир, может, работают, просто там цель очень сложная, там он легко ее закрыть. Очень грамотно расставлено. Ну, ты пока туда не слетаешь, не посмотришь. Да даже когда слетаешь, посмотришь. Так вот прилететь и вынести очень сложно. Они там спрятаны, укрытие далеко не с каждого ракурса, они берутся. Плюс там последними дубаками стоят, в общем. Если попроще есть, попроще, в общем, там тяжелый цель. И выбить нам довольно много. Да. А я вот танкист не вижу, он сказал, что он... Справа. Я справа от вас, вот. Да. А, вот, на инверсии идет сейчас. Правильно, нам на инверсии. Маркника. Танкист включил? Да, все. Да, Слага, ты вот один пук и нет ничего. А ты с чего сбил ты? Вяжки? Вяжки, да. Рулят. Другое дело, что... 10 миллиметров, падешь. Мне вообще не понравилось, она даже... Без всякой какой-то отдачи, какой-то плюется. Так, вижу два кана низко. Слева от нас. Ир, я только ты низко, да? Ну как низко, ниже. Вроде бы. А нам навстречу, но тут нас не вижу. Курс 90 ровно. 90? Да, два раза вроде на кана прямо там. Могут на там. Ты заходишь, да? Да, спасибо. Давай, я сканирую. И справа еще два. Да. Это возвращается. Могли с мессировки на смог. Смотри, на тебя искать какие-то зоны. Тебе флоп, что ли, вот, прошел бы. А. Я задали. Да. Это вот явно какая-то флоп идет.
Так, Кир, аккуратнее, там еще он не один. Ладно, я смотрю, пока чисто. У, Кир, за тобой пошли, пока далеко. Так, вот этот наш. За тобой кто-то идет. Кто-то за тобой идет. Скорости там мало. Хорошо. Я проверяю. Давай, я потихонечку плавно вверх покажу. Да, у меня скорость. Так, а под тобой наш, да? Подо мной наш, да. И там за мной тоже кто-то там стоит, потому что там. Так, стал, по-моему, тоже наш. Возможно. Значит, смотрим. Где-то тут еще два. Да, наш, якорь. Два канала. Вверх. Лайер, дай оно. А перед тобой, вот в левом, это Бир, да? Да. Да. Я вот за ним сейчас тянусь. Так, вон смотри, еще справа два канала. Или один. 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 Два. Три. Три. Три уходящих. Два крутых, один маленький. Ну вот эту вот точку там тоже. С севера еще кто-то под облаком подходит. Че, заходим на вот этих трех? Да, давай, проверяем. Это могут выйти на работу. Могут уходящие что-то. Уходящие, наверное, скорее всего. Давай, правильно. Так, ты давай туда, что делаем-то? Ты заходи, я у тебя сзади справа, ага. Близко, работаем вместе. Хорошо. Как вы, так, вы на какую заходите? Вижу тоже большую цель. Два, их двое в облако сейчас зашло, один ушел вправо. Курсом 270 мы идем, но догоняем. В разгон. Наш. Второй наш. Юр, дистанция на зоне небольшая, я чтобы тебя не потерять. Ты сейчас в облако заходишь, вправо? Да, я вправо, да. Иду прям за тобой, наверх оставаться. Так, ил якорь я увидел. Больше никогда. Скорость, смотри, скорость уже отлично. Это наш, по-моему. Так, зены работают. Над танками зены заработали. Смотрите внимательно. Над нашими или над Брэвскими? Над нашими. А мы уже над Брэвскими танками смотрим. Ясно. Принимаю сам. Всё, Кир, отходим тогда к нашим опять из танков. Так, я тебя видел, только что вот на дорогу пошёл. Ага. Вправо чуть выше я у тебя. Переворачивайте. Да, разворот давай сделаем. Давай. Так, этого они сожгли вроде. Блин, все немцы в воздухе. Блин, эскаватом, конечно, забраться не надо. Так, а кто сейчас с инверсией был у нас? Никто не успел? Я над танками. Вон там высокая одна инверсия, сзади слева. Сзади слева? Да. И вот у нас да. По левому крылу 3-4 контакта. Или 4 кана, видишь, в сторону наших танков стоит. 4 кана. Вижу. Нет, не вижу. Ну давай их проверим. Они ниже нас? Да, ниже. Давай. Вот это, по-моему, штуки. Давай. На какой 5. Они высоте? 5. Высота где-то у них 2. Так, бегу к вам. Какой квадрат скажете? Скажу. Я скажу, 415 квадрат. Да. Идут в сторону нашего. Принял. А я пошел там. Да, и я пошел за тобой сразу. Я головного. Так, если что, оножки дадите. Потом через облако. О, их много, и там прикрышка есть. Да. Я вот уже здесь, да, одного сбили прикрышку. Два быстро. Ты берешь головного, я тогда последнего уберу. Хорошо. Блин, головного пролетая. Они вообще не слышали. Увидели нас, походу. Я захожу вверх. Я не вижу. Делаю заход. Блять, я вас не вижу. Они на нули ушли. Они ушли на нули. Я сам уже на трех. Захожу на штуки. 4 штуки плюс 2. Да. Так, вижу, кто-то пикирует. Пикирует так, на вас кто-то. Вижу вашу толпу. На вас кто-то пикировал. Я пикировал, только что стрелял, не знаю, попал, не попал. А это Бир, наверное. Бир, дай оно. Лаэр, у меня двое на шесте. А ты где? Правее от штук. Правее бегу.
Ниже облака высота? В облаке, да. Там в облаке, ну в облаке. Так, я вас, по-моему... Я ниже облака. Короче, пытаюсь просто... Так, вижу вас. Так, где только ты, Бир? Я с двумя кручусь на строе. Вот я вижу, да, вас трое, просто я не пойму, кто из них ты. Я сзади. А кого? Ты сзади? Да. Ну, принял, не мешаюсь, пока построюсь. Я вылажу из облака и не вижу никого. Они под облаком. Даю оно над облаком, они под ним. И в квадрат можешь сектор сказать там? 416.7, 415.9. 415.7, 415. Так, вижу, немцы, захожу. Принял. Штука минус, по-моему, сейчас будет. Да? Ты и я? Ну, возможно. Так, бир, 6, смотри, 6. Принял, вижу. Кем-то разошелся, не знаю, это с вами или сколько. Не успел с вами. 6, стреляет. Вижу, ничего. По тебе, да? Да, было помню. Захожу. Месом тоже. В этом квадрате скрутился с месом. Так, мес уходит. Блять, пробил, но поздно, по-моему, да? Сука. А как вы сдвинулись, кстати, ребят? Если чего, отходи. Бир. Хорошо. И он, по-моему, попал, да, блядь? Да. Ай-яй-яй-яй. Все, падает. Отпал, все. Еще рядом, еще. Понял, я разгребаюсь пока. Так, вижу так, его, по-моему. Так, парни, можно сказать, где что? Мы всех перебили. 380-й первый сектор. Вдвоем мы там кружимся. 380-й, понял. 80, да, первый. Чуть выше. У меня оп. А где штука? Блять, я штук тоже не вижу. Ты смотри, черным дымишь уже. Я, да. Справа от тебя кто? Твоя высота, наш. Принял. Под тобой тоже якорь был. Ир, черным дымишь. Убирай РПО на 20% и домой, штуку давай бежим. Где штуки? Да штуки все, они у них цели 20, нет, или? они ушли, я их видел, они ушли. Да, шаг винта ставь на 20, потихночат, по-моему, ставит. Блин, тебя опять тут пропадает, да? Блять, мне кнопка глючит, заебан. Уходим. Куда? По Саргино? По Саргино идем, да. Как далеко? Нормально. Радиаторы открывай потихоньку, 20 или даже 15, главное, чтобы он летел. Летишь. И масло не сильно будет тут брызгаться. Высота какая? Маленькая штука. У меня 6, да. Да я огни, там что-то я скажу. Дал огни. Нет, он меня проатаковал, уходит на солнце. Аккуратней, Бир. Блин, вижу два контакта, не знаю, кто-то влево ушел. Я вот дал облака. Огни. На меня еще один заход, нет? Я в облако. Нет, это свой, он тянет за ним как раз, отлично. Ты отходи, Бер. Да, попробуем закрутить. У меня помощь есть, если что. Так, я, кажется, штуку нашел. Или это ее, не знаю, сейчас проверим. Тут якорь есть еще. Так, он заходит на вас. Да, ну на Фока, по-моему, заходит, на кого, не пойму. Это Мес, нет, это Яха. А кто там вверх? Он мимо меня сейчас прошел. Правда. Блин, скажите квадрат еще раз, опять я до вас не влетел. 381 квадрат. Влетаю. Понял, бросаю все, иду к вам. Ну не знаю, так, да? Это якорь, блядь, да? Иду к вам. Блин, в попу кто-нибудь не вылетел. Так, у тебя сзади, смотри, сзади, нет, это свой. Все, давай тяни, попробую что-нибудь как-нибудь. Ну да, 15-20, потому что будет все. Что там, отстрелялись от немчика, да? Да. А он куда-то делся, просто я его не вижу, это хреново. Я подхожу, вижу два контакта. Дай огни там сказал. Дал огни, я... там вот сзади три меня контакта. Три контакта, вот сзади меня. Да, вот кто-то вправо заложился, так, это вот, мы... смотри туда, восточнее мы идем. Так, на это солнце. Яхо. Это якорь.
Вы на солнце, да, вижу. Так, это якорь, а тут с якорем... Я с огнями. Блин, ну это не вы, короче. Ладно, я все, я к вам, я ухожу. Так, ты дай свои огни. Сейчас, секунду. Выйду, тут крутится. Два якоря, походу. Фу, иди прям по нулям на Басаргино. Так, я тебя вижу, я сзади тебе в 6 буду устраиваться. Да, это ты, я над тобой. Вот я моргнул, да? Я по шкурке, да. Ну я понял, вот один из двух прибыл. Слева, сзади я. Вижу, а там якорь. Обгоняю. А сзади, да, там вроде все наши крутились. Пойду к Биру туда поближе. Наоборот, отскочит он. Отскочит, значит. Так, ну я вижу, кажется, тебя там сейчас. Я вот над Биром, а я над Биром, ты мящимся. Я ты не вижу. Включил огни. Тут еще просто куча народу садится. Тоже идет, тоже без Сургина. Так, ну я уже полосу вижу, Бир, ты должен прям допланировать. Она прям под тобой, видишь ее? Слевее, смотри на 11, на 11, левее. Вон, Санок. Давай, я, короче, обгоню тебя с ножками и это, покажу, где пол... Видишь? Вижу. Отлично, да, давай. Тормозим, контролируем. Да, мы тогда не будем спустить. А что-то у тебя дым... А, это в облаке. Мне тоже кажется, что уберу дым куда-то пропал. А он в облако, наверное, зашел. Да, из-под облака вышел опять с дымом. Блять, там саножками кто-то мешается. А вот этот не Бир раз заходит? Бир вот виляет, а саножками кто-то верно. Садится. Да, перед тобой контакт, так что аккуратнее. Ну, блядь. Тоже садится. да, нормально, ты пройдешь. Можешь чуть левее, правее, там они не особо... Он уже сел, да. Все. Он уже съехал даже с полосы. Но ты высоковат. Скорость у меня еще. Скорость. Зайди еще на круг. Мне кажется, хватит. Должно хватить движка. Движ, конечно, хорошо, но мне кажется, успеешь. Только не это, отойти подальше. То есть не сразу разворачивай. Лаги, в принципе, хорошо садятся. Так, ну я, это, танкист, я за Биром, да. Да-да-да, я с другой стороны, я иду к вам. Вижу, Бир катится. Вроде нормуль, да? Да, все. Ой-ой-ой, мне бы его не задавить. Дам-ка я газку все-таки выйду. Его тут влево затянул. И правильно сделал, чтобы... Ну да, нафиг.
Нет, ты сначала шел по левой, я вправо хотел сесть, а потом раз, смотрю тебя отсюда. Да, а, нет, а тебя мотнуло, да? Все, отлично, теперь сел. Садимся. Хорошо, мы их так пощелкнули. Так, а ты от солнца или на солнце будешь садиться? Я курсом Бира, я вот с оно захожу сейчас на четвертом. Ну, значит, одним курсом. Да-да-да. А, вижу тебя. Ага. Так, ну, фигом. То что-то мне прям... Да 100 грамм боевых уже надо за три шкурки. За три шкурки. Нет, вот за что я старичка любил всегда. И вот ЗС, в принципе, такой же. Тут вот долго не поиграешь. Ну, и этот хорошо, на самом деле. То есть 2-3 вылета вот в хорошем режиме, и все. У тебя уже, ты уже просто устаешь, и главное, все. То есть, ну, надо завязывать. Это реально как боевая работа такая. Зато довольны. Задовольны или наоборот недовольны. Но... Ну не важно. Ты это, я за тобой сажусь, танкист. Налево или направо будешь ходить? Так, все, я левее, сейчас понимаете? Перекур и еще разочек. Принял левее. Ираси, у тебя дымит талак, это пипец. У кого? У меня? А, уберу что? Дым вокруг него, вокруг движка. У меня? Убир, убир. А, вот убира, стоит, да. Смотрите, возле ну, меня. Ну да, убир, да, 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 да. А, он не вышел? Нет, вышел. Походу. Пошел это. Сейчас его еще и кикнет. Все, отлично вылет. Просто отлично. Так, у нас мало голубую долго. Так, у меня 100% один легкий.